Проблемы дольщиков ЖК «Заречье», вопросы безопасности и порядок начисления платы за услуги ЖКХ. Очередная встреча с жителями состоялась у главы Люберец Владимира Ружицкого. На этот раз она прошла на базе 25-й школы. В беседе с главой приняли участие жители со всего округа. Тему продолжит Луиза Егиазарян. В начале встречи глава округа отчитался перед жителями в проделанной работе, а также поделился планами по развитию муниципалитета. До конца текущего года все дома в Люберцах переведут на систему электронного голосования. А еще в скором времени люберчане будут оплачивать все услуги ЖКХ по единой квитанции. Цель одна, чтобы житель, который проживает в квартире, получал одну платежку. В этой платежке был весь перечень платежей: электричество, тепло, вода, лифт, мусор и прочее. Я надеюсь, что где-то в конце июля, в августе жители будут получать единый платежный документ. Один из вопросов, поступивших главе в ходе встречи, как раз коснулся этой темы. Порядок начисления оплаты за вывоз мусора до сих пор вызывает у люберчан недовольство и непонимание. Прошу пересмотреть тарифы по статье обращения с ТКО согласно фактическому накоплению вывоза мусора. Последний прямой эфир с президентом вам об этом сказал, что нельзя завышать тарифы, а нужно брать по фактическому скоплению и вывозу мусора. Есть нормативы, тарифы, их утверждает комитет по ценам и тарифам Московской области. Сегодня такое решение принято на уровне правительства Московской области, и я этому подчиняюсь, потому что это как для нас закон. Большинство обращений жителей связано с работой сотрудников полиции. Татьяна Кузнецова, к примеру, пожаловалась на хулиганов-подростков. Нарушителей общественного порядка она встречает на улице воинов-интернационалистов. Почему родители, почему служба, значит, полиция, участковые не занимаются, их до 30 и более человек собирается, разного возраста. Что эти дети творят у нас на площадках, все знают, все мучаемся. Люди к ним боятся, драка была, люди к ним боятся, к этим детям подходить. Сергей Владимирович, давайте мы зафиксируем. Понятно, что детская площадка для детей, но если там на самом деле хамство, ну давайте с этим разбираться. Помощь правоохранителей необходима и в Малом Павлино. Жительница микрорайона пожаловалась на долгое ожидание полиции. Недавно открывшийся опорный пункт в деревне Марусино не работает. Форма упорядочения и форма оформления за министерством. Поэтому мы сейчас все документы подготовили. Как только это произойдет, опорный пункт действительно будет работать. И штат увеличен. Это уже большой плюс, потому что штата тоже не хватает. Плюс у меня еще есть резерв в ДНД, который также будет патрулировать. Долго приходится ждать и дольщикам ЖК «Заречье», но только не приезда полиции, а ключей от своих квартир. Владимир Ружицкий поставил перед застройщиком задачу достроить дома до конца этого года. Луиза Егиазарян, Валерий Абсалямов, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.